Ком включен, стучит клавиатура, это геймер там сидит. Ты в игре, в одном стремлении, хочешь всех там победить. Всем привет, друзья мои, с вами, как всегда, Алекс. Хочу поздравить вас с ушедшим 2021 годом и наступившим 2022-м. Пусть в эту сказочную эпическую ночь сбудутся все твои пожелания. От всей души желаю тебе веселиться, смеяться, играть в то, что тебе нравится, смотреть, конечно же, канал Алекса, ставить много тысяч лайков, я их буду хранить под елкой. Да, и жить легко и без забот весь грядущий Новый год, быть всегда на позитиве, что всегда во всем везло. Я вот в новом году жду много шедевров в игровой индустрии. Это и Stalker 2, Dying Light 2. Ролики выйдут непременно на релизе. Конечно, в этом году нас ждет еще и много других шикарных проектов. Чего ждешь ты? Мне безумно интересно. Поэтому обязательно напиши мне, какие проекты ты ждешь. Да, кстати, что приготовил кушать на Новый год? Вообще, какое твое самое-самое любимое блюдо? Вот такое вот новогоднее, которое есть на каждый Новый год. Ой, мне тут, да. Газировочку принесли, ой, хорошо идет, прям то, что надо. Ладно, продолжим. Я вот реально жду, знаешь, такую хорошую хоррор-выживалку с элементами крафта и шутера, вот чтобы она на одном дыхании игралась прям так. Но, видимо, пока такую не придумали еще, но я верю, что в новом году она будет. Вообще, расскажи, как ты проводишь Новый год? Каждый проводит по-своему. Кто-то по гостям, знаешь, ходит ли там. Кто-то по каким-то интересным ночным заведениям, а кто-то может вообще отправиться в киберпанк на Чпок Стрит. Я вот провожу дома. Все-таки Новый год для меня это домашний праздник. Ну что ж, в новом году я постараюсь, значит, выпускать тебе больше видео по самым различным играм, новинкам. Вроде как они и будут. И будут довольно неплохими. А еще у нас с тобой давненько-давненько уже не было стримов, поэтому в новом году в самое ближайшее время они будут. Заглядывай во вкладку сообщества и отдай свой голос за ту игру, которую мы будем стримить. А я желаю тебе счастья, радости, веселья, чтоб под елкой было то, чего ты больше всего хочешь, то, чего ты ждал целый-целый год. Друзья мои и подруги! С новым 2022 годом вас! Уже совсем скоро услышимся и увидимся в новых видео. Пока-пока, я не прощаюсь.